Владимир Путин, до каких пор ты будешь эти парады устраивать на костях у жителей, тех, кто отдал жизнь за эту страну? А ты какие-то парады устраиваешь? У нас Владимир Путин и так вся страна знает, для чего этот нужен тебе парад. Для того, чтобы, понимаешь, нет, протолкнуть Конституцию, чтобы остаться у власти пожизненно, понимаешь, нет. Надо сейчас все бросить ресурсы на подъем экономики страны. Народ и так от тебя устал, обнищал. Как будто здесь война прошла в этой стране и не прекращалась. А у тебя нет, только деньги идут на празднование, понимаешь, на какие-то гуляния, увеселения. Надо день памяти тем отдать дань, те, кто отстоял эту страну. А ты какого отношения имеешь? Ты не воевал. И отношения ты к этому не имеешь. И твои халуйки не имеют отношения. Надо это все прекратить. Надо все сделать, чтобы день памяти отдать уважение тем, кто именно сражался за эту страну, отстоял эту страну, чтобы поднять экономику, все заработало, а не так проводить какие-то увеселительные праздники, миллиарды разбрасывать, куда попало, деньги на ветер. Вы и так за 20 лет одна разруха после вас осталась.